Добро пожаловать на канал Hard Reset Car. Сегодня я расскажу, как в автомобиле Audi A6 изменить источник проигрывания музыки, либо же фильма, например. Для этого перемещаемся на наш дисплей. И для того, чтобы это сделать, нажимаем еще раз на наш дисплей и выбираем носители. Далее сверху у нас есть пункты. Сейчас у нас подключен телефон. Проигрываем с телефона. Если вы хотите увидеть все доступные возможности, нажимаем слева на 4 квадратика. И здесь мы можем выбрать каталог, либо же какой-то источник Bluetooth, либо же это устройство USB, либо же подключить другое внешнее устройство. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!